Давайте вспомним наши чередующиеся корни. Гар и гор. Со значением каким? Гора. Гора не пойдет. Гореть. Гореть. Так, гореть. Гора. Гора. Гора не пойдет, еще раз скажу. Гореть, выгорать, загорать, пригорать, перегорать, обгорать, перегорать и так далее. Да? Все, что связано со значением горения. Да? Клан и чередующийся клон. Кланяться, но поклониться. Правда? Да. Помним такой корень. Еще похожие. Клан, ну, в смысле клан. Клан, в смысле клан, согласен. Еще корни похожие. Можно набрать. Снег. Скач-скотч. Скач-скотч, да. Там зависит от чего? От согласной. От последней согласной корня. Так, а здесь от чего зависит? Разрост. Растрос от чего зависит? От согласной. От согласной корня. А здесь от чего зависит? Твор-вар. Твор-вар, согласен. Сотворить. Но? Сотворять. Сотворять, согласен. Еще? Творог. Еще? Творог. Творог, думаю, что тоже отсюда, как ни странно. Отвороженный. Да? Отвар. Творец. Вот так пошевелиться нельзя, да? Творец. Да? Значит, мы пишем все раз. Тварь. Без ударения. Если не слышим ударения, то пишем смело О. А если слышим, то... Поклониться. Правда? Сотворить. Загореть. Загореть. И отдельно загореть. Загореть. Отдельно вот такой корень. Почему я его написал? Потому что... Отдельно. Потому что если А, мы пишем О, а если нет... То есть, как если А, то пишем О. Нет, если есть суффикс А, то пишем. Нет, дело не в суффиксе. Нет. Все они зависят от ударения. Так, да, пожалуйста. Если ударение падает на какую-нибудь эту, то она так и пишется. Значит, давайте договоримся так. Если ударение падает на гласную в корне, то мы с вами смело пишем то, что слышим. Правда? А если ударение падает куда-то еще? То пишем А. За пишем. То здесь пишем. А. А. А вот здесь, О. В этих корнях, О. Пишем О. Давайте эти корни напишем. Еще из куриного глошь. Там от чего зависит? От согласной после гласной. От согласной после гласной. Согласен. Кас-кос. В конце корня. Кас-кос. Все эти наши корни. Кас-кос. Бир. Бер. Мир. Мир. Тир. Тер. От чего зависит? От суффикса. От суффикса. Есть ли суффикс или нет? Здесь суффикс нас интересует? Нет. Нас интересует здесь только ударение. Только ударение. Услышали? Безударный корень. Поклониться. Написали смело что? Поклониться. О. Мы проверяем это слово поклон. Нет. И не будем. Потому что у нас рядышком есть кланяться. Правда? Раз кланяться. И так далее.
Что хорошо, что исключений здесь почти нет. Мы вчера нашли с вами одно единственное исключение. Утварь. Ударение падает на приставку, тем не менее в корне мы пишем А. Во всех остальных случаях без ударения мы пишем О. А вот здесь почему-то без ударения пишем А. Именно поэтому я написал это отдельно. Давайте некоторые словосочетания. Поклониться предкам. Поклониться предкам. Следующее. Выгореть на солнце. Волосы выгорели на солнце. Выгореть на солнце. Следующее. Пригореть на сковородке. Пригореть на сковородке. Преклонить к земле. Преклонить к земле. Приставка какая? При, конечно, потому что... То, что ну, приближение. Приближение, да? Преклонить. Неполнота. Так. Может быть, неполнота. Не совсем склонить, а преклонить. Преклонить к земле. Следующее известное вам. Загорать на пляже. Загорать на пляже. Озарило равнину. Давайте в среднем розы напишем, да? Озарило равнину. Скажем, солнце. Озарило равнину. Следующее страшное. Угореть до смерти. Угореть до смерти. Сколько слов? Три. Три, конечно. Угореть до смерти. Склонять к преступлению. Я тебя склоняю к преступлению. Давай вместе совершим преступление. Давай. Почему? Хорошо. Склонять к преступлению. Совершим преступление. Я вас. Так. Почему нет? С тобой. Хорошо. Так. Итак, я тебя склоню к преступлению. Да? Склонять преступлению. Замечательно. По преступлению. Я тебя склоняю к преступлению. А я не склоняюсь. А ты не склоняешься. И ты не склоняешься. И ты не склоняешься. А я склоняюсь. Хорошо. Что, попробуем завершить преступление. Меня что? Ужас. Это, конечно, будет преступление, да? И я тебя к нему склонил. Склонять преступление. Давайте еще что-нибудь. Пение зарядки. Пение зарядки. Пение зарядки. Следующее. Сотворить. У мира. Чего? Сотворить у мира. У мир. Давайте подумаем. У мир. У мир изначально это статуя. Сотворить у мира. Это статуя, которой можно поклоняться. Идол. Правда? Это идол. Итак, не сотвори себе у мира. Сотворить кумира. Значит. Поклоняться. Где тут статуя? Поклоняться цементу. Так, кумир, вообще говоря, в современной музыке, кто тебе нравится. Совершенно верно. Но могу ли я сказать о любом человеке, скажем? Нет. Это мой кумир. Нет. Я ему буду поклоняться? Нет, конечно. Я не буду поклоняться, да? Кумиру.
Все? Вытворец чудеса. Вытворец чудеса. Не может это такое зеркало, чтобы я могу творять их. Вытворец чудеса. Притворить дверь. Притворить дверь. Не помню, есть, значит, ты. Значит, наверное, не совсем. Затворить, да? А тихонечко. Притворить. Притворить. Притворить дверь. Поджечь дверь. Следующее. Притвориться идиот. Притвориться идиотом. Вот я беру и притворяюсь идиотом. А может притворяться? Я идиот. Поздравляю. Я точно не ошибусь в этом слове. Притвориться идиотом. Кто тут притворяется идиотом? Ты! Нет, да. Следующее. Еще посложнее. Подождите. Следующий какой? Еще посложнее. Да? Будьте внимательны с приставкой особенно. Ну, всем строчкам. Претворить в жизнь. Претворить в жизнь. Мечта. Я ее претворяю в жизнь. Это значит претворить в жизнь. Кухонная утварь. Кухонная утварь. Кухонная утварь. Не забудьте про две буквы «Н». Кухонная утварь. Это не исключение. Кухня плюс суффикс «Н». Кухонный. Давайте еще. А вот слово «утварь» у нас исключение. Оно написано на доске. И я надеюсь, вы его написали с буквой «А». Прекрасно. Дальше. Озаренный солнцем. Озаренный солнцем. Перед нами словосочетание. Первое две части. Да, второе существительное. Озаренный солнцем. И предпоследнее. Предпоследнее. Разорить дотла. Разорить. Дотла. Дотла. Это, кстати, как? В пепел. До смерти? В пепел, совершенно. Дотла. Пишем слизь, да, это наречие. Разорить. Дотла. И последнее будет с этим же корнем. Уклониться от повинности. Уклониться от повинности. Уклониться от повинности. Дадите, повинность. Дверь. Не забудьте. Озарила. О, озарила. Мы слышим неизвестно что, да? Мы должны писать «а». «А». Если мы слышим неизвестно что. Значит, озарила равнин. Командует именно ударение. Без ударения мы слышим корень какой-то. Поклониться. Не знаю, что писать. Покланиться или поклониться. Мы не проверяем это словом поклон. Мы проверяем это правило. Поклониться. Без ударения, значит, пишем «о». Без ударения, значит, пишем «о». Без ударения, значит, пишем «о». Без ударения, значит, пишем «а». Вдруг. Кто не сразу?